Итак, всем привет, с вами снова я, и вы смотрите пятую часть видеопрохождения на игру Pokemon Glazed. Итак, в прошлом выпуске мы пришли в Stormy City. Также в прошлом выпуске Пикачу украл у нас все значки, но я думаю, мы их скоро вернем. А пока я пойду на стадион. Я наделила всех своих покемонов до 40 уровня. Так. Стадион травяной, поэтому я выставлю Гардебуар, Бридума и Токсикроука. Как вы видите, против травяных видовидов покемонов это очень действенная атака токсического типа. Пойдем дальше. Так, два на 41 уровне, пойдем. Так, Мангела. Так. Так, меняю какими-то местами и ставлю Бригума. Так, мы победили. Так, с чем-то все так странно. Так, мы победили последнего ассистента лидера и можем уйти на стейк-центр. То, что этот выпуск будет короче остальных 15 по некоторым причинам, я решил кратить иное видео, зато будет переходить больше видео. Да. Так, сейчас я буду сражаться с лидером, но сначала я поставлю первым местами. Первым поставлю токсикроука. Так, я смогу сразу атаковать можно атакой. Как вы видите, токсикроук сразу же вырубил первого покемона. Лидера Чамплар. Потому что токсикроук обладает достаточной скоростью, и поэтому будет достаточно просто победить, ведь вы видите, и как вы вообще знаете, покемон привел типа немножко много урона, но ядовитого типа. Добавил ко всему, токсикроук еще и боевой тип, поэтому он наносит некоторые очень хорошие атаки. Также из-за того, что чисто токсикроук наполовину ядовитый тип, то некоторые такие атаки, потребляющие порошок, будут действовать не сразу. Так, я получаю Steam Badge и TN22. Да, это очень хорошо. Так, что мне нужно? Так, мне нужно Blade и Кубовик, то, что Тим сегодня что-то натворил. И мне нужно идти в NT Stratos. Да. Вот так вот. Значит, мы отправимся в NT Stratos. Да.
Да. Не знаешь? Так, мне нужно подняться. Слышишь, что он делает? Давайте где-нибудь встретимся. Так, ну так как Бригун, Градуар, Таксикрубок вырвались от остальных демонов. Так что это не электробаза. Я в последний раз, когда я сражаюсь с Team Fusion, они использовали покемонов боевого типа. А электробаз хорошо отражается покемоном боевого типа. У меня здесь нет никакого скрытого предмета. Жалко. Ну ладно, там значит. Надо, что мы спустились вниз. И мне нужно зайти в Гейминг Виллидж. Вот мы в Гейминг Виллидж, собственно. Это здание закрыто. Мы должны идти через аппликацию на всякий случай. Так, ну, конечно, прохождение получилось очень маленьким. Мы прошли только стадион города Сторми, но все-таки всем пока, до новых встреч.